результат мог быть и лучше, как бы говорится, если бы мы какие-то моменты реализовали. Но в то же время могли еще и пропустить, опять же, со стандартов опасный момент в концовке получили. Плюс там момент был, когда Бичарай под корпус убрал. Ну и мы создали, были моменты, могли. Так что как получилась, наверное, такая равная игра, можно сказать, с переменными успехами то одной, то второй команды. Были моменты, когда мы создавали моменты хорошие, когда создавал соперник. Наверное, такая притирочная игра, как говорится, ни один, ни второй соперник друг друга, наверное, сильно не знали. Да, были какие-то моменты, которые мы разбирали. Но, в принципе, наверное, результат такой, как бы, пока тяжело судить. Остался на прежнем уровне, как говорится, ничья. Если бы у нас было больше информации, может быть, какие-то моменты нас он мог бы удивить. Но как было очень мало информации, какие-то моменты мы знали, они где-то это делали, где-то не делали. Ну, как бы тяжело оценить, сюрприз это или нет. Мы смотрели соперника, готовились под него. Были моменты, это, опять же, мы не знали, как они будут действовать, точнее, знали и нацелились на то, что очень большая группа у них поднимается в атаку. Из-за этого в оборонительном, когда мы были в обороне, нам надо было насытить оборону, наверное, особенно перекрыть крайних их защитников, которые очень часто подключались. С другой стороны, если касать атаки, у нас было превосходство на флангах, за счет чего мы хотели воспользоваться. И как мы только начинали быстро, когда у нас начинал мяч ходить под контролем, разворачивать фланги на фланге, у нас возникали моменты. В первую очередь нам надо разобрать всю игру и проанализировать его, посмотреть, над чем надо поработать, и тогда будет, наверное, полегче.